плохо начали очень, хотя нас тренера предупреждали. Не знаю, с чем это связано. Было сегодня два собрания. Сказали, что у Лады идет перестройка, что они ищут свою игру, и каждый матч у них будет как последний, и они будут уходить биться. Класна атмосфера, хоть и за Сибирь болели, но лучше при пустых трибунах, то бишь при полных трибунах играть, чем пустых, когда слышно, как там шайба в клюшке бьется. Нам не дают расслабляться тренера, то есть у нас идет постоянно такая накачка, давайте. И ребята сами понимают, в принципе, игра сегодня была наша, да, если посмотреть, то мы там второй-третий период, ну, практически в их зоне постоянно, да, моментов было кучу, поэтому как бы все сами понимают, что нельзя было такую игру отдавать. Половина игры. Ребята все ждали, когда же Лада будет сама себе забивать голы. Ну, не дождались, начали немножко упираться, начали где-то работать, начали вспоминать, что от них мы просим, что мы требуем. Да, ключевым стало, что мы, в принципе, всю игру, несмотря даже на неудачный первый период, всю игру чувствовали преимущество и чувствовали, что можем выиграть, и выходили со строем только на победу, и хорошо до конца, что держали себе это, и получалось. Ну, так, наверное, чтобы две подряд так не было. Может, одна была шайба, но чтобы два раза мы пропускали и забивали в следующей смене, наверное, первые. Ощущения? Ну, самое лучшее, главное, что выиграли. Ну, а над ошибками будем работать. Хотелось бы, чтобы такого больше не было. Лучше, когда ты бедешь в две, да, и имеешь комфортное преимущество. Но опять же, спасибо болельщикам, которые прям в каждой атаке ты чувствуешь их поддержку, тебя гонят вперед. Поэтому, наверное, если бы не они, мы бы сегодня не выиграли.